form an image in your mind. Представьте себе, как извергающийся вулкан выбрасывает потоки горяченной лавы в воздух. Очень древний город просыпается от сна. Вы словно путешествуете во времени. Подумайте, кто мог снять это? НАСА? Это многомиллионная голливудская постановка? Опытный фотограф-натуралист? А что, если это изображение — ваше творение? Это наша основная цель, к которой мы стремились, создавая «Фантом 3». «Фантом 3» — это дистанционно управляемый квадрокоптер с камерой. Это мировая инновация. Наша основная цель — устранить все препятствия, с которыми сталкивался каждый, впервые пробуя управлять летательным аппаратом. С инновациями, которые мы вложили в «Фантом 3», это возможно. Теперь каждый отпуск, поездка за город, ночная вечеринка и даже простое селфи выходят на новые, ранее невозможные высоты. Создать «Фантом» — задача не из легких. Для этого требуется идеальное единение человека и машины, чтобы создать целое из фрагментов и дать его вам. В своем описании «Фантом» мы хотели бы не столько сосредоточиться на основных принципах, сколько на составных компонентах. Все начинается с внутренних систем, комбинация которых представляет собой маленький живой компьютер. Именно эти системы позволяют квадрокоптеру двигаться так плавно и точно по простому нажатию джойстика. Четыре двигателя независимы и динамически контролируют каждый фантом и его винты. Они тщательно спроектированы с учетом мельчайших деталей, чтобы обеспечить полное совершенство. Каждый поворот и компенсация колебания требуют смены скорости вращения винтов на лету. Наша система делает это автоматически. Вам остается сосредоточиться на самом главном — изображениях. Одним из приоритетов в разработке «Фантом 3» для нас стала оптимизация пилотирования квадрокоптера для устранения сложностей и концентрации на отдыхе. Системы управления полетом, о которых мы говорили, играют главную роль в этом. И не только они. В «Фантом 3» используется обновленная GPS, которая обеспечивает хирургическую точность. Это означает, что «Фантом» всегда точно знает, где он находится, даже если вы не знаете. Любое препятствие, которое может ухудшить управляемость, по силам интеллекту «Фантом 3», который никогда не заблудится и не потеряется. Поэтому управление полетом не требует усилий, а аппарат всегда вернется на базу. Функция возврата на базу повышает уверенность пилота, поскольку он знает, что у него всегда есть запасной выход. Даже если «Фантом» вылетит из радиуса действия контроллера, возврат на базу запустится автоматически и вернет квадрокоптер вам в целости и сохранности. Управление полетом само по себе всегда первоначально задумывалось как интуитивно понятное и доступное. При помощи эргономичных рукояток вы можете записывать и проигрывать видео. Управление грузом позволяет управлять подвесом камеры и регулировать экспозиции движением указательного пальца. Одной из самых замечательных особенностей «Фантом 3» является новая интегрированная система визуального позиционирования. При помощи трех небольших датчиков «Фантом 3» точно отслеживает поверхность под собой. «Фантом» может зависать, лететь на бреющем полете и даже летать в помещении, что увеличивает число его назначений и возможностей по экспоненте и дает художникам еще больше возможностей выразить себя. Изображения, создаваемые профессиональной версией «Фантом 3», создаются ультравысокочеткими камерами формата 4К, которые записывают кристально четкое видео и делают 12-мегапиксельные фотографии. Мы создали камеру по принципу «снизу вверх», используя алюминий высочайшего качества, добываемый на большой глубине, из-за присущих ему легкости и качества,
а также высокой прочности и сопротивления коррозии. Способность создавать изображение высокого качества обеспечена не только камерой. Трехосевой подвес работает вместе с камерой, чтобы она постоянно была надежно прикреплена к Фантом, а также обеспечивала стабилизацию в зависимости от условий работы Фантом. Это обеспечивает прекрасное изображение и идеальную стабильность и плавность. Пилотирование Phantom 3 — это ощущение свободы, поскольку авторы, независимо от их уровня, могут просто включить устройство, поднять его в воздух и снимать прекрасные изображения, которые можно увидеть только в блокбастерах. Теперь это по силам каждому. Мы также представляем новое приложение, которое устроит всех. Это приложение было оптимизировано для самого непрофессионального пользователя. Теперь Phantom 3 может взлетать и садиться простым нажатием на кнопку на экране. Теперь в приложении предусмотрена передача живого HD-видео при помощи технологии LightBridge. Камера Phantom передает изображение на планшет на больших расстояниях в реальном времени и потрясающем качестве 720p. Директор — это новый видеоредактор, который делает предельно простым сведение лучших эпизодов последнего полета в цельное произведение. В нем можно добавить к изображению даже музыкальное сопровождение. Помимо редактора, приложение позволяет вести журналы полетов и даже имитировать полеты в режиме офлайн. Повторение — мать учения. Phantom 3 — наиболее идеальный по размеру и форме квадрокоптер. За счет специализированной конструкции, уникальной легкой и компактной формы, Phantom 3 способен быть там, где вам нужно. Тогда, когда вам нужно. Помимо профессиональной версии Phantom 3, мы также выпустили продвинутую версию, которая также обладает всеми премиальными особенностями, о которых уже сказано. Она оснащена камерой разрешением 1080p со скоростью записи до 60 кадров в секунду и возможностью снимать 12-мегапиксельные фотографии. Phantom 3 делает и пилотирование, и аэросъемку, не требующими усилий. Несомненно, Phantom произведет революцию не только в творческой сфере в целом, но и в творческой сфере всех и каждого. Phantom 3 можно использовать в бесчисленных целях, число которых растет с каждым днем. Нас ждет новый мир аэросъемки, и нас ведет туда Phantom 3. С ним мы сможем открыть мир заново и дать каждому возможность создавать невероятные изображения не только в воображении, но и в реальности. МВидео. Нам не все равно.